Порты и госпредприятия теперь будет охранять только Государственная служба охраны. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Решение отказаться от услуг частных компаний объяснили большим количеством нарушений и контрабандой на морской границе. Тем временем прибывшие в Одессу сотрудники ГСО уже прошли первый инструктаж. Будет задеяно зведені сили из других регионов для унеможливлення, скажем так, нападу сторонних осіб, несанкціонованого доступу. Значит, прибыли нам с различных регионов Украины дополнительные преданные силы для того, чтобы помочь нам в охране наших стратегических объектов. Руководство Государственной службы охраны подтверждает, что все сотрудники полностью снаряжены и готовы. Все люди имеют бронезащиту, каски специальные, имеют специальные средства для активной обороны и автоматические и табельное оружие. Та задача, которая поставлена перед нами правительством и нашим министерством по охране стратегических портов в Одесской области, будет выполнена. Стоит отметить, что все остальные компании будут привлекаться к охране без оружия или при сотрудничестве с МВД.